кого первый шаг. Да. Тоша начал собирать, и мы сегодня подарили Тетяне с крёстным. Наконец-то добрались. Добрались до нас, да, подарили вот такой космический корабль. Сейчас пробуем, пробует Антоха сам его собрать, да? Вот, по шагам. Первый шаг ты переделываешь здесь немножко, да? Да, здесь я неправильно. Видите, там чёрный должна, видите? Угу. И так. А ты одну ту забыл полосочку поставить, ну, да? Ну да, четвёрку. Угу. Блин, а как её ставить? Давай я попробую. Здесь. Уже построил? А у Гриши какой-то армия. Какой-то тоже. Не понимаю, не могу. А, тебе помочь? Нет. Ты сам? Доброе утро! Какое у нас утро, сынок? Сегодня доброе? В фоне ветрянка. Сына, посмотри на меня. Где? Ищи, где у тебя еще это? У нас на боку. А ну, лицо давай сейчас рисовать будем. Будешь? Ты ж хотел Халком быть? Да. Вот ты Халком сейчас и будешь. Да? И на ручках. Вот. Ты мой халёзий. Давай. Да, ну... прям сейчас позвонили в садик, что в садике есть ветрянка. Поэтому... Зачем? Не, ну в смысле того, чтобы знать хоть, знаешь. Ну, это ж нормально, это ж ветрянка, это ж хорошо, да, сына? Гриша, да, уже болел? Да, что папа, кажется, не болел. Ты что будешь пить, сынок, на завтрак? Кефир. Захотел кефирчика? Вообще, кефир пьют, да. О! Вкусно? Сам сделал? И ложка почти утонула. Да? Да. Да. А там я, знаете, что делаю? Ресницы. Прошло 2 часа, вот глаз один готов. Сейчас жду еще один глаз. Круто. Все, новый человек. Без фильтра в Инстаграм. Круто. Как это называется? 2D? Да, 2D. Но мне нравится. Посмотрим, как платье из ситца будет носиться. Все, счастливый человек едет домой. Ура! Мне нравится. Сегодня не мочить, а щеточку мне вот забыли дать. Ну, ничего страшного. Что хочу сказать? Что я счастлива. Сейчас пойду покажу Сержуне. Спрошу у него, что он думает про ресницы. Даже меньше, чем за 4 часа. Наращивание прошло, все хорошо. Правый глаз намного быстрее, чем левый. Вот. Учитывая, что у меня там на левом даже иногда слезы выступали, потому что мне первый раз в жизни получается что-то глазам прикасаюсь, не я. То есть как-то мои глаза на это хотели реагировать, но все хорошо. Все отлично, все держится, я теперь счастлива. Все, я дома, поела, я не ела, потому что мне сразу предупредили, что я там буду 4 часа на ресницах, и мне как-то было бы стрёмно хотеть куда-нибудь бежать, вот, ну, типа там в туалет или еще что-то, поэтому я не ела и лежала, и мне все время урчал живот, поэтому все-таки немного есть нужно. Все, сейчас отправлю фото родне. Мне очень нравится. Муж оценил, сказал, что мне страшно. Он боялся, что я сейчас приду с вот такими закрытыми глазами. Вот. И буду все время хотеть спать. Вот. Но нет, мне все нравится. Я готовлю ужин. Это свинина, немного чеснока. Надо было еще лук. Что хотела сказать? Сейчас буду делать свинину в соевом соусе. Хотела еще, ну, надо еще по рецепту лук сюда порезать, но так как мне плакать нельзя из-за ресничек, то я просто с чесноком, перчик, и вместо соли будет соевый соус. В общем, сейчас поперчу и буду делать соус для заливки.
Сейчас буду готовить соус. Здесь у меня подсолнечное масло без запаха. Вливаю в соевый соус. Вот сколько здесь? В общем, банка примерно на 3 раза. Вот это пузырек. Я все сюда вливаю, потому что соли здесь совсем нет в мясе. Добавляю горчицы. Тоже по этому. Ну, у меня примерно чуть больше, чем половина чайной ложки. Так, и вливаю еще сюда медик. Я, наверное, сейчас так его на глаз немного волью. Вот, и все это потом взболтаю. Так, немножечко меда. Вот, все, можно я это облежу. Блин, какой он вкусный. Все, сейчас все вилочкой взбить, залить мясо и прям руками его мешать. Сейчас займусь. Хорошо все взобью, чтобы такая эмульсия. Ну, прям вилкой все в однородную смесь. Теперь отправляю мясо в духовку примерно 200 градусов. И сейчас какую-нибудь кашку в мультиварке сварю. Сделаю салат. Родня, что это у вас тут такое происходит? Где? Перебираем, убираем в гардеробные, ну, родня. Здравствуйте. Аккуратно, сильно нет. А, ветер? Россия. А ну где, посмотри? Иди сюда, посмотри. Модный. Иди сюда. Да, это ветеран. Это ветеран. И да? На Эфиопии. И на Эфиопии? Что, прямо здесь надо? Это что такое, родня? Это вам. Это холодец? Перчик. Это подкуп. А, это перчик? А это что? Это взятка. А, ну положите. Мы даем взятку. Спасибо большое. Так, вы все, поехали? Ну, до свидания, родня. До свидания. Пока. А Зоя? Идет где-то Зоя. Так она ж до Полины. Нет, она идет. Покажите, вот покажи, что случилось. Приходит, а у нее пульт висит в волосах. Вот это нормальный человек? Решили, тут английский начал. Потому что завтра мы тогда не успеем. Нет, очень хорошо. Что? Не очень? But not very well. Mm-hmm. А там что, дети? У нас клип? Что тут клип? Стой, давайте заново маме покажем на ее канал. Стой. Все за мной встали. Вот Зоя все правильно. Да, Фоня там зеленки больше всех подходит. Давай. А Фоня, нет, нового. А, я наблюдаю. Так, ты сделала английский, Гриш? Принеси мне, покажи. Все, я кушаю, дайте кофе. Все, мы готовы. Кто выиграет со мной будет. Кто первый момент? Пять. Пять. А то я, конечно, выиграю. Пять. Привет. Вот сюда. Дальше. Нет, Афоня, ты не туда попал, ты вот сюда попал, так что давай. Нет, нет, нет. Пять, Антоша, пять. Смотри, я ага, сейчас, Афоня. Пять, ты вот... Коля, алло, Коля. Алло. Коля. Коля, Коля. Кто тут ходит? Давай ручку. А, ты мне дай пять? Дай пять? Да? Бах, он уже может шкафы открывать, да? Ты уже тут все открываешь? Бля, ты тут хочет поклацать. Ну что делать? Маргось, ты далеко? Да.